Недавно я зашла в статистику своего канала и обнаружила, что многие на регулярной основе смотрят мои видео без подписки. Давайте исправим этот показатель, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, особенно если вы тут уже не впервые. Ставьте лайк и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Приятного просмотра! А им почему-то чтоб... Тихо. Пойдем. Офигеть! Молодец какой, идет он, вездеход. Офигеть! Насколько сильно там подкидывает. Теперь у нас есть эксклюзивные стикеры с Дашей. Забираю их в телеграм-канале, ссылочка в описании. Со временем их станет еще больше. Давай поровней. Я уже представляю. Он туда повернет, сюда. А ему почему-то чтоб... Тихо. Идем. Стоим. 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 Не нюхаемся. Идем. Стоим. Нет. Нет. Ай, молодец. Ай, молодец. Идем. Умница, молодец. Все хорошо. Идем. Молодец. Нифига себе, они сюда едут. А, это эти руки. Так, в какую сторону мы сейчас? Я обычно налево хочу. Ух ты. Как глубоко. Пошли. Где? Да вы сейчас. Да ладно, офигеть, виды. Чего? Тише. Да так чуть-чуть. О, да. Те уже не чуть-чуть. Тихо, тихо. Спокойно. Вот сюда на тропинку пойдем. Не боимся. Аккуратно, аккуратно. Прям тяжело им идти. Идем. Надо теперь. Я смотрю, тут вон следы есть. Ваши, что ли, прошлые? Вот Брест, надо идти. Я смотрю, Бресту даже интересно. Он ходит, оглядывается. Не против прогуляться. Аккуратно, аккуратно, не торопись, не торопись. Капец. Офигеть, аккуратненько. Пойдем. Может, тебя по сугробам лучше, там хоть помягче. Пойдем. На. Нет, сюда.
Вот знаешь, где я смотрю, колея такая широкая, вот по ней мы идем нормально. Ой, я ничего не слышу. Понимаю. Вот просто слышно, что ты что-то говоришь. Ага. Ой-ой-ой-ой. Сейчас вот направо. Тихо. Тропинку уходи. Угу. Мы там дорогу подоптали. А. Пойдем аккуратно. Спокойно. Идем, идем. Молодец. А тихо. Что, вдоль дороги идите. Тихо. Ну я тебя. Боря, мы с тобой тяжеленькие. Вот, смотришь направо. Ага. Сюда нам? Да. А дальше там мы будем так проваливать. Угу. Вон, видишь, как бурбон идет. А тут он хоть проваливается, но не так жестко, как там. Тихо. Офигеть. Ой. Боря. Идем. Не смотрим домой. Аккуратно. Тихо. Тихо, тихо, не торопись. Ага. Тут что-то вообще не гулятельная обстановка. Тихо, тихо. Спокойно. Стоим. Стоим. Ой, постой. Вон о чем-то стоит. Пройдите вперед. Бревно не видно. Да, вот и я думаю. Где-то оно здесь. Вот где вот идет эта дорожка, где идет дорога. Ага. Да, тут он хоть помягче идет. Там в твердый снег проваливается. Ой, вот тут прям вообще хорошо. Стараешься, да. Аккуратно, не торопись. Вон кажется, пенёк. Ага, торчит. Тихо, не падаем. Молодец какой, идет он, вездеход. Пойдем вот сюда. Пойдем. Устал, что ли? Постой. Так, погоди ты ходить. Погоди, стой. 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 Пойдем? Ах, тихо, тяжело, да? Идем. Пойдем, вездеход. Пойдем. Пойдем, вездеход. Молодец. Пойдем, пойдем. Аккуратно. Ух ты. Рысь. Офигеть. Капец, это нереально. Тихо.
Теперь я понимаю, насколько сильно там подкидывает. Ну что, Бурбоныч, кино снимать будем? Будешь снимать кино? Нет, мы с ними не пойдем. Бурбоныч, а вернись. Попу убери. Попу. Нам плотнее вдевать, я знаю, что обогнать хочешь. Попробовал распустить ему повод, посмотреть, что будет, потому что несется, домой же идем, в сторону дома. Сначала бежал, сейчас посмотрел, бурбон сильно отстал, уже как-то не так бежит. Хотя вроде вот опять ускоренный шаг. Тише. Боря, ясно. Ага. Как будто в речке, да? Да. Давай повторим, как мы в речке. Нет, ты чё? Нам в России достаточно. Офигеть! Классно. Офигеть. Такое ощущение, что по пути к дому у Бори еще больше энергии прибавилось. Ну да.